Конфигуд. Конфигуд. Гаджеты тут. Всім привіт! Мене звуть Тетяна Шереметова, мені 24 роки і я з міста Маріуполь. Для мене це дуже важливо бути співачкою. Я самоучка. Це народний сезон, тому я сюди прийшла. Давай, удачі тобі. Удачі. Нам головне її активно підтримувати, вона цю підтримку буде відчувати. Тіна, ти мене слышиш? Будеш себе плохо вести, буду душати тебе в ухо. Якщо я не пройду, я закінчу з музикою. Поверніться, будь ласка. Ой, я вже, як будто я там уже. Танюш, ти можеш. Давай. Пожалуйста, любимая. Давай, давай, котик, старайся, давай, в тебе выйди, ну! Вітаємо вас. Здравствуйте. Як звати? Тетяна. Засмутується, да? Тетяна. Ви звідки? Я з міста Маріуполь. У вас цікавий вокал. Але просто сьогодні, напевно, такий момент, коли ви мусите збагнути, що ще варто трішечки попрацювати. І врешті-решт прийти на цю сцену і повернути абсолютно всі крісла до себе. Я впевнений, в вашій ситуації так і буде. Спасибо. Готик такой. Ты чувствуешь, что этот стиль часть тебя? Потому что я вижу, ты даже выглядишь в этом стиле. Да, да. Я хорошо понимаю, о чем песня, и она соответствует моему внутреннему миру. Я когда-то пел и играл готик дум метал. Как бы я помню, когда мне было 17 лет, вот это чувство, наш стиль жизни, как мы это видели, вот это даркнес и все такое. Вижу потенциал, реально у тебя мир богатый внутри, и было бы жалко, да, чтобы это вот остановилось на этом проекте. Желаю тебе большого будущего. Спасибо. Все будет классно. Спасибо большое. Все складывается, вы не переживайте. Не все завжди выходит с первого раза. Спасибо, что приехали из Мариуполя. Это далекий путь. Ау, током как ударит. Спасибо вам. Які різні дівчата на проєкті.
таке? Все хорошо. Спасибо огромное всем мариупольцам. Мы, когда ездим на концерты, проезжаем 3 блокпоста. Это так и есть. Тяжелая дорога, но мы едем туда и радуемся, что мы доезжаем и можем подарить свое творчество жителям Мариуполя. Вот сейчас девочка оттуда принесла нам такую волну позитивную, такую, несмотря на то, что это была готика. Это очень тяжелая музыка, но очень хорошая мелодика. Но я рос на этом. До там, 20 я только это слушал. Говорил, что вся остальная музыка, это вообще не музыка. Как много мы узнаем о наших коллегах-судьях, да?